Ну что, получил я еще одну посылочку, на этот раз с Одессы. Владимир, спасибо. Вернее, целых две посылочки. Первое, что у нас? Бокальчик. Какая красота! Богемское стекло! И еще... получил запаковали на славу опана Джон Палмер искусство домашнего пивоварения 5 шагов к идеальному пиву. Вот это спасибо. Очень отличная книжечка. Отличная книжка. Содержание. Введение. Разлив. Подготовка к пивоварению. Дрожжи. Брожение. Следить как за изображением, разлив, бутилирование, другие зерна, кислотная пауза, что такое затор, по шагам, сливание. Рецепты, разрабатываем собственные рецепты. Использование гидрометров, рехрохроматометров. Да, ирландский мох. Короче, буду изучать. Очень мне нравится это дело. Любой информации рад. Так. И еще что-то у нас. Мощнее будет. Вот это богатство! Вот это богатство! Бугельные бутылочки! А? Красота! Отлично! Просто отлично! Очень мне нравится этот звук, классный! Замечательно! Замечательно! Отличный подгон! Будем пользоваться! Ну а сейчас что? Надо проверить бокал. Ну а я в свою очередь в меру своих скромных сил отправляю в Одессу Владимиру свою небольшую коллекцию. Пилснер, Хефевайцен, Меланавит, клубничка, дубель, гречневый, кёльш, ну и медовуха на попроб. Так сказать, последний из магикан.
все, закончился у меня ряд этих пивасов, буду теперь накапливать другие. Все, Володя, привет. А? Красота. Сейчас полосну. Не грех и распечатать бутылочку. Отлично, отлично. Пиво. Наслаждайтесь жизнью, все будет замечательно.